Всем привет! Меня зовут Мария Мироневич, и вы на канале «Как похудеть». Сегодня мы с вами приготовим самый простой, наверное, во вселенной пирог. Самый вкусный, кстати, пирог с капустой. Он готовится очень просто, моментально. Ну и, конечно, капуста – это тот ингредиент, который, скорее всего, есть у вас в холодильнике, а значит, вы можете в выходные приготовить такой простой пирожок на завтрак и порадовать семью. Ну а мы с вами начинаем, и, конечно же, начинаем с капусты. Здесь у меня 250 граммов капусты, которую я сейчас буду шинковать мелко. Поэтому порежу ее сначала на кусочки и потом шинкую мелко. Еще пока я меленько шинкую капусту, я на сковородку налила уже столовую ложку растительного масла для того, чтобы маслице нагревалось. Отправляю в сковородку, масло уже разогрелось, капусту. Ну и сейчас перемешиваю капусту, как вы видите, я очень мелко нарубила для того, чтобы она приготовилась поскорее. Теперь мелко нарезаю лучок, у меня одна луковица. Кстати, как всегда, все ингредиенты будут в описании под этим видео. После лука натираю одну морковку, мне нравится на мелкой терке. Капусте отправляю сразу и лук, и морковь. Сейчас все хорошенечко перемешаю и сразу поперчу. Перчу щедро, потому что сейчас, пока овощи еще обжариваются, нам от перчика останется только аромат. Кстати, если есть грибы, их тоже можно добавить, будет очень вкусно и ароматно. У меня, как вы видите, грибов сегодня нет. Теперь начинаем готовить тесто. Как ни странно, я начинаю с сыра, ну, потому что его тоже нужно будет добавить в тесто. У меня 150 грамм гауды, я натираю ее на крупной терке. Итак, капуста, перчик, все овощи немного обжарились. Теперь я накрываю крышкой для того, чтобы овощи стали мягкими. А мы за это время приготовим тесто для нашего пирога. Я нарезаю 50 граммов укропа, это ровно пол пучка. Вы можете добавить любую зелень, которая есть у вас. Может быть, это сухая зелень, замороженная. Либо можно обойтись даже без зелени, тоже будет вкусно. Начинаем готовить тесто. Я добавляю 125 грамм йогурта и столовую ложку сметаны, потому что у меня больше йогурта не было. Вы можете взять любой кисломолочный продукт, приготовить на сметане, кефире, простокваше, ряженке. В общем, любое, что есть у вас кисломолочного, можно использовать как основу для такого пирожка. Сразу добавляю 1 чайную ложку соды, половину чайной ложки соли и половинку чайной ложки итальянских трав. Вы знаете, я просто обожаю эту специю, добавляю ее везде. Ну и высыпаем сейчас соду. Сода погасится, а мы ей поможем, помешав ложечкой. Вот, видите, пузырьки появляются. Это значит, наш пирожок будет вкусным и пышным. Именно такой нам и нужен. Следом добавляю 2 яйца. Сейчас размешаю с помощью венчика. Пирог простейший, поэтому достаточно просто перемешать. Теперь к жидким ингредиентам добавляю муку. У меня 75 грамм обычной белой и 75 грамм цельнозерновой муки. Как вы видите, я ее просеиваю для того, чтобы наш пирог был вкусным и пышным. С помощью венчика перемешиваю наше тесто. Все очень-очень просто. Можно даже ложкой перемешать, либо вилкой. Кто-то может использовать миксер. Добавляю сыр, который мы с вами подготовили, натерев на крупной терке. Укропчик, который мы с вами нарубили. И теперь, конечно, нужно перемешать. На самом деле вкусно уже и так. Но мы все-таки сейчас доготовим капусту. Будет очень-очень вкусно благодаря тому, что капусту мы потушили сочно. Ну и, конечно, сыр и итальянские травы придадут замечательный акцент. А пирог на самом деле простейший в приготовлении. Я сняла с капусты крышку. Мы видим, что она уже готова. Это замечательно. Нам остается сейчас немного посолить. Не забываем о том, что мы в тесто добавляли соль. Перемешиваю для того, чтобы соль равномерно распределилась по всей нашей начинке. Выключаем газ. Наша капуста готова. И следующая задача — это остудить капусту. Кстати, благодаря тому, что в Астрахани сегодня минус 13 градусов мороза, это очень холодно для нашего региона, я просто открою окно, и капуста остынет очень быстро. И, конечно же, напоминаю, самое главное условие. Выпечку мы едим обязательно на завтрак 1, максимум 2 раза в неделю, и все будет отлично. Кстати, не забудьте включить духовку на 180 градусов, потому что пирожку пора отправляться в печку. Добавляем к нашему тесту капусту. Кстати, она остыла буквально за 3 минуты, потому что правда очень холодно. Какая погода у вас, обязательно пишите в комментариях. Надеюсь, что у вас теплее, чем у нас. Смешиваем тесто с капусткой. Теперь перекладываю тесто в форму. Форма у меня силиконовая, ее диаметр 22 сантиметра. Ну и, конечно, нужно будет разровнять.
Вот так аппетитно выглядит пирог. Аромат просто невероятный. И теперь нам нужно отправить его в духовку. Духовку я уже разогрела до 180 градусов. И теперь отправляем наш простейший пирожок на 30-40 минут. Это зависит от того, как именно ваша печка печет пироги. Итак, у меня пирожок приготовился за 35 минут. Вот такой он, румяный красавчик. Как обычно, готовность пирога проверяем с помощью зубочистки. А теперь я его переложу на разделочную доску. Ну и, конечно, отрежем с вами кусочек. Выложила пирог из формы на доску. Посмотрите, какой румяный цветок у нас получился. И теперь аккуратно с помощью ножа для хлеба нарезаю наш нежнейший пирог. Ну что, отрежем наш замечательный, очень вкусный кусочек. Вы видите, пирожок прямо из печки, от него еще идет пар. Вот такой он получается, красивый, яркий, ароматный. Ну и что немаловажно, очень простой в приготовлении. Пирог замечательно пропекся, ну и конечно, благодаря тому, что здесь всего 150 граммов муки, а все остальное это лук, морковка, капуста и сыр, он получается нежным, очень сочным, ну и конечно же полезным. Обязательно жду ваши комментарии, расскажите, какие простые и быстрые пироги с капустой готовите именно вы. Кто приготовит пирог, обязательно, пожалуйста, жду ваши отзывы. А вот здесь появятся еще наши новые, полезные, интересные, ну и, конечно, очень вкусные видео. С вами была замерзающая Мария Мироневич. В Астрахани очень холодно, но я все равно желаю всем любви, добра и, конечно же, в выходной день согреться кусочком вкусного пирога.